Компанию «Автобус», который попал в ДТП в Татарстане, не лишили лицензии. На перевозчика наложен штраф в 200 тысяч рублей. Решение вынес сегодня Октябрьский районный суд Самары. По итогам проверок в Евразийской корпорации автовокзалов обнаружены многочисленные нарушения эксплуатации транспортных средств. Напомним, автобус самарской компании в июле этого года столкнулся с грузовиком на трассе Альметьевск-Ижевск, после чего загорелся. Погибли 14 человек.